Это моя любимая ночь в году. Это мое любимое блюдо по двум причинам. Во-первых, это единственный раз, когда люди не смеются над моими шарами. А во-вторых, конфеты. Я люблю конфеты, но я не могу съесть их только на Хэллоуин. Мама в отпуске, а папа много пьет, поэтому я никогда ничего им не покупают. Я в этом году был счастливым клоуном. Я был так взволнован, чтобы пойти на трюк или угощение. Первый дом дал мне зубную пасту. Второй дом дал мне изюм. Третий дом мне дал купон на 20% скидку на химчистку. Я постучал 30 дверей. Никаких конфет. Все собирались домой на ночь. Именно вдалеке я увидел последний дом. Я постучал в дверь. Ответил старик. От него пахло грязью, но он улыбался. Так это значит, что он хороший. Я сказал, кошелек или жизнь. Он сказал: «Ой, какой милый маленький клоун! Ты трюк или угощение, которого бы не было всю ночь? У меня так слишком много конфет и шоколадок для тебя. Но блюдо слишком тяжелое, чтобы ее принести. И если ты зайдешь внутрь, ты сможешь взять столько, сколько захочешь». У меня было странное ощущение в животе, но, вероятно, это было потому, что я был голодным. И я вошел внутрь. Мужчина вошел в темную комнату. Я не мог его видеть, но я слышал, как он сказал: «Конфеты прямо здесь». Я вошел в комнату и увидел блюдо с конфетами. Он сказал: «Возьми столько конфет, сколько вместится в этот пакет». Я взял много, но не слишком много, чтобы я мог поделиться. Я сказал тебе спасибо и направился к двери, чтобы уйти. Подожди. Я бы так счастлив, если ты мог видеть, как тебе это нравится сейчас. Мне стало плохо, потому что он сказал таким милым и поделиться своей конфетой. Поэтому я вынул кусочек из упаковки и съел его. Счастливого Хэллоуина! Я начал чувствовать сонливость и головокружение, и я... Недели ранее. В других новостях власти все еще ищут пропавшего ребенка. Последний раз его видели в Дрим Хиллз в ночном Хэллоуине. Если у вас есть какая-нибудь информация о его местонахождении, пожалуйста, свяжитесь с нами.